Спасибо огромное. А сейчас мы сыграем еще одну композицию Юлины, которая называется «Resolving to Change» – «Решение измениться».
Спасибо большое. Буквально несколько дней назад мы записали наш дебютный альбом. Точнее, мы записали, как говорится, сигнал, мы записали композиции, но еще нам предстоит большая работа с постпродакшеном, то есть с ведением материала и мастерингом и так далее. И в этот альбом вошло множество композиций, практически все, которые вы сегодня услышите и услышали уже. И в том числе одна из новых композиций, написанная мной, которая называется Moonface. Она совершенно новая в этом составе, вот, и она также вошла на альбом. Вот, и сегодня мы для вас обязательно ее сыграем, то есть прямо сейчас. Спасибо.
звучала композиция Юлии Пермяновой, которая называлась «Burning the Manuscript», «Сжигая рукописи». Вот. Следующая композиция называется «Weakness», что означает «слабость». Она написана мной. И затем мы сыграем дуэтную, точнее, ребята наши, Андрей и Саша, сыграют дуэтную композицию, которая будет называться «Sing a Wall». Thank you.
И перед тем, как ребята сыграют дуэтную композицию, я бы хотел представить еще раз музыкантов, которые сегодня играют для вас. Это Антон Ревнюк, контрабас, гитара. Александр Попий, гитара. Андрей Красильников, саксофон. Юлия Первинова, фортепиано. Клавишный инструмент. Меня зовут Игнат Кравцов. Сейчас ребята сыграют дуэтную композицию, а затем мы сыграем заключительную, к сожалению, композицию сегодня. Но я думаю, что в новом сезоне, в сентябре, мы снова с вами увидимся, в сентябре, в октябре. И уже, надеюсь, с новым релизом, с презентацией альбома. Вот. И отдельно еще об этом скажу позднее. Спасибо огромное. Thank you.
Спасибо. И в заключение сыграем композицию, которая называется Luminous Sense. Вот. И хотел вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли на этот концерт. Мы очень надеемся, что вам понравился этот концерт. Вот. И ждем вас вновь на наших концертах в новом сезоне, как я уже сказал. И также следите за информацией в интернете, на Фейсбуке, присоединяйтесь к нашей группе и, в общем, расставляйте хэштеги #AmberSept. Если вдруг вам понравилось, делайте фотографии или давайте знакомиться, общаться и будем на контакте. Спасибо большое.